педагог по огневой подготовке всегда говорил: ну что, пани Федорова, хотелось бы мне посмотреть, как мы сейчас будем бежать 100 метров, отжиматься и стрелять. Где теперь этот педагог, а где она? Новая звезда российского шоу-бизнеса. Оружие к осмотру. Молодец. 5 выстрелов, 7 мишени. Как говорится, мастерство не пропьешь и в карты не проиграешь. Эх, если бы Оксана глазками стреляла так же метко, может, и не упорхнул бы тот селезень. Вот последние события мне показали, я думала, что я уже все. Больше не поверю в любовь. Но сейчас я понимаю, что все-таки я, несмотря ни на что, продолжаю в это верить. 5 из 5. И это после длительного перерыва и специальной подготовки. Моему пиар-директору отдам. Пусть хранит. Пусть знает, что с ней будет, если что-то будет не так.